Всем привет, с вами Димочек Лимончик. И сегодня я расскажу вам баги и пасхалки в векторе. Пока я буду проходить, я буду и с вами болтать. Это будет 3 пасхалки в векторе. Первая пасхалка. Ребята, я вам сейчас скину скриншот, потому что ее так просто не увидеть. Такой же мало кто замечал, но в конце уровня, в конце именно любого уровня на офисном районе, бывает надпись с номером 404. И сейчас вам еще один скриншот скину. Но такие ошибки могут встретиться и на Ютубе. Ошибка 404. Это когда видео заблокировано или удалено. Со стримами может быть такое же. И именно появляется иногда ошибка 404. Я на самом деле раньше не знал, что такая пасхалка существует. Что такая цифра есть. Она... 404 это очень частая ошибка в Ютубе и еще в каких-то сетях. Бывает и такое, что эти все цифры как будто совпадают. Потому что и может вы еще где-то видели это, ну, эту цифру 404. А мы переходим к следующей пасхалке. Вторая пасхалка. Странные бесконечные звуки. Для этого нам нужно зайти на трассу 310. Это можно использовать в обычном векторе и в полном. Где угодно. В общем, так что мы делаем? Сначала мы должны дойти до вот этого момента и делать именно так, ни по какой другой позе. Потом мы делаем вот так вот и вот так вот. Ребята, я сейчас выключу музыку. И слушайте внимательно эти... Но они иногда могут не получаться. Блин, они не получаются. В общем, сейчас вам покажу. Эти звуки не работают. Ребята. Ладно, ребята, этот звук здесь не работает. Но мы зато будем бесконечно падать. Мы переходим к последнему мифу. Третий миф. Тайна охотника на бонусе 3.6. Для этого, ребята, вам нужен полная версия игры Вектор, именно Вектор Full. Вы можете бесплатно скачать в Гугле, Хроме или... Ну или... заплатить за него. В общем, чтобы раскрыть этот баг, нужно здесь вот так вот, как я. Смотрите. Мы берем и прыгаем вот на этом моменте. Блин. Ладно, в общем, сейчас вам покажу. В общем, продолжаем. Ребята, так вот, что я хотел вам показать. На самом деле, все это время охотник скрывался вон там, вон. Вы сами это видели. Серьезно, он... прятался в этом месте. Если еще постараться, то можно сделать так, что он может зависнуть в воздухе и просто на месте. Никуда не падать и ничего не делать. Вот этот будет лететь в одной позе просто обычно. В обычной позе он просто будет
виснуть. Ладно, ребят, спасибо всем за просмотр. С вами был Девочек Ленчик. Всем пока-пока.